Представители органов территориального общественного самоуправления вручили Вере Яковлевне Шубиной письмо с поздравлением от президента России Владимира Путина и подарок от главы города Сергея Сергеева. Она всегда любила георгины разного сорта, разного цвета были у нее. Астры, она и торговала этими цветами. Это был человек, который полностью отдавал себя земле. За то, что она любила землю, вот она и живет так долго. Вера Шубина оказалась на фронте с первых месяцев войны. 25-летняя девушка добровольцы вступила в 137-ю дивизию, работала поваром. До сих пор вспоминает, как снаряд упал рядом с ней. Попал в половник коллеги и его убило на месте. В годы Великой Отечественной все только и мечтали о мирном небе. Как начали бомбить батюшки всех. Только это куча трупов. И на заборы, и на везде висели, не дай бог, и вспоминать не хочется. Так страшно было. Вера Яковлевна в прямом смысле прошагала от Кубани до Австрии, где и встретила День Победы. Отмечая с высоты день рождения, она по-прежнему активно ухаживает за любимыми цветами на клумбе. На вопрос о секрете долголетия отвечает кратко. Работала, со всеми дружила, никого не обижала, всеми. Не знаю, кто делилась со всеми, кто строился, тут вся улица строилась. Придут ночь полночь, есть деньги, отдаю. У Веры Яковлевны дочка, трое внуков и трое правнуков. Она окружена заботой родных и близких. В этом году Вера Шубина отметила две значимых даты – 70-летие Великой Победы и собственный юбилей.